Привет! Сегодня хочу рассказать видео, которое я уже давным-давно хотела снять. Это о своей новой чудо-помощнице, которая мне помогает делать быстрые и легкие укладки на волосах. Когда я решила, что я хочу купить себе какую-то плойку, так как у меня есть только фен и фен-плойка, я начала смотреть обзоры, естественно, какие-то видеоуроки, кто как это делает, ну, то есть, какими плойками девочки тоже пользуются. И также просто отзывы читала в интернете, и больше всего хороших таких положительных отзывов я нашла именно на эту плойку. В общем, ее больше всего людей рекомендует, и я решила тоже как бы на нее обратить внимание. Но, как оказалось, эту плойку не так легко найти, ее постоянно разбирают, она время от времени заканчивается, поэтому мне даже пришлось приложить некоторых усилий, чтобы ее успеть заказать. Итак, коробку я уже выбросила, и я уже ей пользуюсь несколько месяцев. Значит, плойка сама выглядит вот так. Это вот такая вот конусная плойка, у нее, по-моему, диаметр около 30, я вот точно не помню, миллиметров. Она, ну, тут такой вот как бы есть элемент дизайна, кнопочки для регулировки, вращающийся шнур, и очень-очень он длинный, трехметровый. Она без зажима, хотя, возможно, здесь как бы предусматриваются места крепления для него, но я не уверена, что можно докупить эту деталь, достать, но я, в общем-то, хотела без зажима. Ее рекомендуют именно для длинных волос. Но я, правда, сейчас немножко обрезала волосы, но все равно она мне идеально подходит для того, чтобы делать какие-либо прически. Итак, для того, чтобы ее включить, здесь надо нажать вот такую вот кнопочку первую. Она здесь зажигается на индикатор. Здесь можно выбирать температуру нагрева. Поначалу я ставила минимально, так как у меня волосы тонкие, но мне парикмахер моя сказала, что ставь наоборот самую большую. От этого особого толка, ну, не будет разницы, что ты на самой большой крутишь или на самой маленькой температуре. Поэтому сейчас я считаю, возможно, это и не самый как бы необходимый элемент в плойке, чтобы регулировалась температура. Ну, в общем, сама плойка греется просто мгновенно. Буквально там полминутки она уже полностью нагрелась, и можно приступать к работе. В комплекте также идет перчаточка, которую вы просто одеваете на руку для того, чтобы не обжечься, когда вы будете крутить и держать вот здесь вот кончик как бы волос. Для этого нужна эта перчатка. Также в наборе идет вот такой вот чехольчик. Здесь написано Remington. В комплекте. Так, это модель SA9532. В общем, за ней все гоняются, это я знаю точно. Это у меня тут попугай. Не обращайте внимания на него, он вообще молчит, но время от времени любит что-нибудь вставить, свои фразочки какие-то. В общем, я очень-очень довольна осталась этой плойкой. Я оставлю, конечно же, фотографии с несколькими моими, ну, не вариантами, а за какие дни я там делала себе укладку. Господи, что это у меня с фокусировкой? В общем, я настолько часто сейчас начала делать себе укладку, ну, не каждый раз после мытья, но очень-очень часто я именно прибегаю к укладке плойкой. Мне очень это быстро, очень удобно, буквально, так как у меня волосы не очень густые, ну, максимум, ну, 7 минут это вот просто с головой, потом просто переворачиваю голову, забрызгиваю все лаком, и прическа готова. Да, фокусировка, конечно. Я очень-очень довольна осталась от этой вот плойкой. Кто присматривался, берите, хоть она и не самая новая модель. Я думаю, что вам понравится. Она очень хорошо справится со своей задачей. Здесь керамическое покрытие, не титановое, как сейчас самое модное. Но при этом волосы по ней очень классно скользят. И она, вот я их буквально только накрутилась, но она уже остыла, я ее могу даже брать. Вот буквально только-только, можно сказать, крутилась перед видео. Я, не знаю, я в восторге, я не жалею нисколько о покупке. Фокусировка, ты где? Смотрите туда на плойку. Не жалею нисколько о покупке, я пользуюсь ей очень-очень часто, я просто боялась, что я куплю ей пользоваться, она будет у меня лежать.
И я ей буду там на Новый год крутить волосы и все. Но с этой плойкой все по-другому. Она очень удобная, очень практична. Настолько все с ней просто, что просто, ну, ты просто берешь, крутишься, у тебя все получается, и нет никаких вопросов. То есть она полностью оправдывает свою цену. Покупала ее за 750 гривен. Ну, вернее, мне муж подарил, но я ее, конечно же, выбрала сама. В общем, обалденная плойка. Я очень довольна, нисколечки не жалею, что купила ее, потому что она у меня сейчас стала очень большая помощница, с ней можно быстро и просто выглядеть очень даже прилично. Советую ее, так что кто присматривался, мне очень понравился этот вариант плойки. Все, всем спасибо за просмотр, всем пока!